Bugün mayın 31-də jurnalist Fuad Abbasovun Rusiyadan Azərbaycana deportasiya olunacağı gözlənilirdi. Vəkilin sözlərinə görə hətta ona bugünə bilet belə alınmışdı. Baxmayaraq ki, Fuadın iyunun 6-sında apellyasiya məhkəməsi olacaq. Bu səbəbdən o, ölkəni tərk edə bilməz. Bəs onun Rusiyadan çıxarılmasına kim belə maraqlıdır? Görəsən, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bütün bu olanlardan xəbəri varmı? Nə də olsa, vaxtilə Fuad Türkiyə mətbuatına işlədiyi dönəm həm də Putinlə dəfələrlə müsahibə alıb şəxsi münasibətlər formalaşdırıb. У вас механика? Да. Вам нравится? Нравится. Попробуйте. А можно? Конечно. Садись, садись, парень. Индикатор ГЛОНАССовский? Нет. Нет еще пока? Смотри, механика. Ребята, а это специальная какая-то комплектация нет, для вас? Нет, нет, не для меня. Они вот что, там молоко. Ой, это мне кажется будет. Дверь, дверь, дверь. Закройте это. Это? Получился. Это гонщик, по-моему. Это турок. Не ожидал. Да, хорошая. Будем рекомендовать турецким гражданам. Не, ну хорошо, да? Не, ну на самом деле. Это мощно. Ну, учитывая комплектацию. Ну, это необычное не я же говорю, что эту комплектацию нужно заказывать. Ой, извините. На всякий случай.